С понедельника на улице Московской администрация округа начинает масштабные работы по замене труб на канализационном коллекторе. Большой объем восстановительных работ на магистрали удалось сделать еще летом путем санации. Однако часть коллектора в районе улицы Кооперативной из-за ветхости разрушена настолько, что ее придется менять так называемым открытым способом. Иными словами, вскрывать асфальт и укладывать новые трубы. Планируемое время производства работ 15-20 дней. Изношенный железобетонный коллектор, значит, будет заменен на полимерный с достаточной кольцевой жесткостью, пропускной способностью, которая позволит эксплуатировать этот коллектор не одно десятилетие. Работы осложняются тем, что этот коллектор расположен на глубине свыше 5,5 метров, его протяженность порядка 60 метров. На время работ движение автотранспорта по улице Московская в створе улиц Лаврентьева и бульвара Тихомирова будет перекрыто с 9 часов утра 27 сентября. Автобусы будут следовать в объезд по улице Кленовой.